75 лет со дня окончания Курской битвы отмечают в Новосибирске. Это одно из самых важных сражений Великой Отечественной войны. В память о его участниках ветераны и жители города возложили цветы к вечному огню. Ну, а как вы думали, если мы росли без отца? Конечно, мы каждую вот эту минуту, это уже все для нас. Мы все абсолютно, все праздники вот, встречаемся везде и всюду, так что и в октябре опять придем сюда. Курская битва – одно из самых кровопролитных сражений в истории. В ней погибли около 250 тысяч солдат Красной Армии. Сегодня их подвиг вспоминают по всей России и по всему миру. Это сражение стало переломным. Именно после Курской битвы Красная Армия получила инициативу и начала наступление на войска фашистской Германии. Курская битва – это показала всему миру возросшую мощь советской армии. Весь мир понял, и особенно Европа, что только от этой страны будет освобождение от фашизма. А сама Курская битва явилась коренным переломом во всей Великой Отечественной войне и стала прологом Великой Победы нашей. Думаю, что это святое дело для старшего поколения, чтобы новая молодежь, будущие граждане нашей страны помнили и чтили память. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!